В Униксе прошел второй суперфинал по волейболу между победителями спартакиады работников Казанского университета. Кто забрал Кубок чемпионов, узнаем в следующем сюжете. В борьбе за Кубок чемпионов КФУ 2021 по волейболу сошлись команды общеуниверситетской кафедры физвоспитания и спорта и команда выпускников, посвященная 60-летию первого полета человека в космос. Встреча команд состояла из трех партий до двух побед. Со счетом 25-15 и 25-22 первенство заняла команда кафедры физвоспитания. Команда любителей, выпускники КГУ, они играют только раз в неделю, и поэтому не является для них это главной профессией. Но в прошлой первой игре выиграли именно любители профессионалов. В этот раз лучше были подготовлены кафедры физвоспитания. Главным судьей соревнований выступил старший преподаватель общеуниверситетской кафедры физвоспитания и спорта Казанского университета Наиль Чумарин. Отличившихся участников команд наградили ценными призами. Ариадна Кугушева, Универньюз.